Всем привет, привет! На канале Пиратская жизнь. Что мы сейчас будем делать? Мы сейчас будем делать голубцы. У меня такой здоровый кочан капусты. Фарш есть. Сейчас набираю воду. Поставлю ее вариться. Кипятиться, точнее, чтобы размягчить наши листочки. Ой. У меня такая 9-литровая кастрюля. Он как раз идеально войдет. Плюс я сразу там поставлю сейчас водичку под рис. Краснодарский, чтобы сварить и сделать вкусный рис. Смотрите, какая капуста классная. Ах, сейчас будем готовить. Так, все, водичку ставлю. Ну, смотрите, какая капуста, да? Так, фарш. Фарш тогда вот сюда. В Вовке было проще. Сюда сейчас кастрюльку. Так. У меня фарш говяжий и свиной. По 700 грамм где-то. Вот. Сейчас наделаем, и там уже на жире. Вот видите, у меня столько фарша. Короче, где-то около сложности 1,5 килограмма. 1,5 килограмма. Капуста. Все, уберу, чтобы ничего не мешалось. Сейчас наделаем побольше. Вот. Часть приготовим на ужин, часть можно будет заморозить. И все. Так, водичка у меня кипит. Капуста. Такая капусточка. Мне такая здоровая. Красиво, 2,5 килограмма. 2,5 килограмма. О, какая хорошая. Какая хорошая капуста. Так. Я думаю, этот листик нам все-таки сниму, выкину. Чтобы он не очень красивый. А все остальное, в принципе, можно уже будет варить. Так. Это падает все. Так. Смотрите, какая капуста. О, какая капусточка. Вот, это мы выкинем. И это мы выкинем. Вот это уже будем готовить. Там же принцип какой? Тут надо отсоединить листья и подварить их. Вот. Мне нужен нож. Девочки. Нужно, короче, вырезать вот эту вот сердцевинку, вот так вот, и будет хорошо. Заодно сразу подрежутся листики. Так. Вот так вот. Так. Так вот. Сразу и листья подрежем, чтобы они у нас легко отпадали, когда они у нас сварятся. И сердцевину. Она не нужна будет. Так. Так вот. Там надо будет еще листочки отбивать. Так. О. Так, наверное, она у меня так не вытащится, да? Нет. Подрезать. Прям хорошо вытащилась. Вот. Прям до конца ее резать не надо. Раскачать бы ее. Блин. Так, хорошо подрезал. Не хочет она. Давай. А часть капусты, если останется, мы на щи пустим. Вот. Кстати, можно будет прямо вот на этом бульоне капусту сделать щи.
Как же ее выковырить? Так. Может, подлиннее. Подлиннее. Не сломать бы. Так. О, почти готово. Давай, давай, давай. Нет. Крепко держится, как, а? Ух ты, собака. Держишься. О, блин. Твою ж мать. Твою дивизию. Стараюсь. О! Все. Та-дам! Все. Вытащила. Пам-пам-пам. Вот такая у меня капуста получилась. Тут уже, в принципе, листочки все подрезаны. У меня есть вот такая классная вилка. Девочки, смотрите, что делаю. Просто беру и втыкаю внутрь. Вот так вот. Все. У меня готово. Чтобы можно было легко доставать. Очень удобно. Вова, по-моему, воду немножко подсаливают, да? Да? Немножко подсолить надо. Ну, я немножко, пол ложечки, да? Чтобы чуть-чуть она была подсолененькая. Видите, как у меня сегодня действо. Ух! Капуста. Так, в общем, у нас сейчас закипает вода. Вот, капуста у меня, видите, она уже готова. На вилке, кстати, очень удобно на этой вилке. Смотрите, видите, она... Видите, она раз и отваливается, да? Блин. Короче, во. Вот так вот, раз, доставайте, все. Надеюсь, она не отвалится. Ну, как-то так. Ну, блин, это будет весело, зато... Зато, девочки, это будет весело. Надо, кстати, вот эту вилку заменить. Ах, да. Ладно, пойду лук почищу. Рис надо варить до полуготовности. Короче, опускаем. У меня 3 пакетика по 80 грамм. Опускаем, ну, сварку. Солить. Ну, не знаю, немножко надо подсолить. Чуть-чуть. Шушуть подсоленной водички. Та-та-та-та-та. Ну, не особо так, без фанатизма, потому что фарш все равно будет солиться. Фарш посолится. Так, лук, девочки. Лук. Так, капусту я пока отставляю. Она пока не нужна. Лук, 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 лук. Допустим. У меня есть вот такой блендер. Так, фарш у нас уже готовый. Поэтому вот так. В общем, готовьте со мной, готовьте лучше меня. Протереть. Вот он стоит там, только пыльку собирает. Окошко открою. Тут жарко. Так. Лук. Так. Открываем. Закидываем. Так, надо разрезать. Разрезать. На 4 части. Эх, блин, что у меня сегодня сил-то вообще нет. Обессилила. Так, сейчас пропьется. Немножко я туда капну молока, чтобы он у нас хорошенечко пробился. И было замечательно. Молоко у нас все равно пойдет. Ну, по сути, это как фарш. Я хотела все чеснок, но она говорит, не надо. Ну, хозяин, барин. Так, млевка. Северная долина. Вот у меня 2 луковицы и вот немножко молока. Чтобы нормально у меня все сбилось. Вообще, хлеба нету. Хотя, в принципе, хлеб не кладут. Чтобы у нас помягче фарш был. Вот чеснок. Лук,
чесноком всегда идем. Я бы на самом деле еще чеснок бы добавил. Ну, а он говорит, не надо. Как скажет. Он же у меня главный повар. И взбиваем. Вот такая вот у меня луковая. Это молочная жижа получилась. Вот, будет вкусно. Эх, сейчас сюда еще яичко. Будет красота. Сюда еще рис пойдет. Ну, прям руками. Не стесняюсь. Руки у меня чистые. После туалета мыло. Много, конечно, вот этой жижи получилось. Ну ладно. Вроде молока немного добавим. Я думаю, мало. Сейчас оно вмешается, будет нормально. Сейчас еще рис туда пойдет. И будет нормально. А яичко еще. Ну, зато, смотрите, как мелко лук пробился. Будет вкуснота. Ладно, пока оставлю. Пускай вам тут возюкается. Это его дело. А то что, то я все сама что сделаю? Я так не хочу. Тем более у меня уже там вода закипает. Помыть надо. Так, все, у меня уже вода закипела. Она подсоленная. Давайте опускаем нашу капусту. Вот. У нас, видите, вот так будет вариться. Сейчас с нее самой будут отползать вот эти вот наши лясточки. Видите, как хорошо получается. Видите, внутри мусор был. Сейчас вот она будет плавать. И сами будут отлазить. О, варится. Побольше огонечек. Смотрите. Кручу, верчу, запутать хочу. Все, что у меня тут с рисом. Сейчас я вам подготовлю листочки. А он их отожмет. Их отбить, кстати, надо будет еще. Так, рисочек у меня здесь варится. Видите. Кстати, много так фарша. И капуста, в принципе, большая. Хотя я выбирала самую маленькую. Ну, даже если фарш останется, можно потом тефтели наделать. Ну, кстати, видите, листочки отходят потихонечку. Вот. Замечательно. Кстати, удобно вот с этой вилкой. Доставать потом будет. Вытащим. Вот такое у меня сегодня действие. Короче, что-то захотелось мне голубцов. Прям не могу. Я такая, блин, все, пойду готовить. Ну тут их прям сильно проваривать-то не надо. Надо, чтобы они немножечко подварились. Отходит, нет? Потихонечку слазит. Сейчас пускай чуть подольше. Мне кажется, минут 2-3 поварить. Где-то так. Но они уже видно, что прямо отходят. Видите, он уже у нас распаковывается. Главное аккуратненько снять листочки, чтобы они у нас не порвались. Самое важное в этом. Вот так. Рис у меня тут закипел. Чуть поменьше его. Курица маленький сделал. Так это. А, это вот это делаю поменьше. А этот наоборот побольше. Так, наоборот. Что-то я все перепутала. Так, где у меня тут, кстати, полкушка? Полкушка. Полкушка, полкушка, полкушка. Так. Сюда листочки пойдут. Сюда пойдут листочки, листочки для Вована. Сейчас накрутим, ух! О, видите, один уже отошел, смотрите. Ты сам слез. Сейчас мы достанем. Слушайте, как удобно, когда есть всякие вот такие штучки, такие сякие. Вот. Ой. Ладно. О, видите, какой листочек большой. Так. Ну и следующий. О, уже следующий пошел. Ну, потихоньку так капустку мы
Раздеваем. Делаем заставку. Ой, аромат, кстати, капусты уже прям великолепный. Ну, смотрите, у нас прям какой цех по производству. Целые это, видите, капустки сколько. Они сейчас тепленькие, мягенькие. Их подрезать, отбить. Будет великолепно. Ну, вон фаршем занимается. Посолил, поперчил. У меня рис сварился. Вот это вот я оставлю на щи. У меня тут осталось. Они уже мелкие пошли. Листочки. Как раз вот на щи останется. Ну, там так прилично листочков. Штук, наверное, 15-20 точно есть. Ну, они уже в конце, видите, пошли такие уже мелкие. А вначале прям такие здоровые были. Давайте теплый рис сюда брошу. И как раз будет потеплее. Яйцо, кстати, туда надо еще, да? Парочку. Надо? Парочку есть надо? Одного хватит. Одного хватит. Все, фаршик у нас готов. С рисом. Рис, кстати, до полуготовности варил. С яичком, с луком. Отличный будет фарш. Посолили, поперчили. Сейчас вот надо заняться этими штучками. Я не знаю, сколько их здесь. Ну, они вот такие помягче. Ты их подрезай маленько вот здесь вот и разбивай. Ножичек дай маленький. Сейчас. На тебя маленький ножичек. Подрезай. Чуть мы подрезаем вот это вот основание. Не так глубоко. А то он раскроется. И разбиваю этот вот немножко. Раскрыться. Немножко размягчаем. Ты их тогда все пробей сначала, а потом надо покрутить. Осторожно. Чтобы помягче. Видишь, сколько листочек получилось. Ну, шустрее, Вов. Как-то у тебя их много. Если ты с каждым будешь тут повозиться. Я так. Все, ладно, ладно. Все. Каждый буду. Все, не говорю ничего. На. Еще ждать, не останется. Нормальные листочки или еще подварить? Потому что я тебе говорю, остальные уже пошли вот такие мелкие. Там вот те вот внизу, они прям такие крупные-крупные. Мелкие нам не надо. Но вот эти мелкие тогда, вот эту капусту я оставлю уже на это, на щи. Ее как раз здесь, на один щи. Вот этот бульон, я думаю, капустный отвар. Я думаю, капустный отвар можно даже оставить на щи. Из них сварить. Из него. Надо сейчас только миска подварить. А что, давай прям здесь брошу мясо свариться? Пускай будет бульон. Вот здесь Помечко. Вот. Вот это в капустном отваре. А что будет вкусно? У тебя все вкусно. Все вкусно. У меня все вкусно. Зато прям вот здесь вот наварить, прям кастрюлю, щей. Так вот. Не, про запах такой классный. Знаете, шикарный. Хотя нет, там мясо же надо варить все-таки там. Ладно. Сегодня у нас голубцы. Повестки дня. Занимайтесь. Вы горячий, что ли? До сих пор горячий. Вам говорить слишком большие эти листочки. Я тебе говорю, ты побольше котлетку. Я буду побольше ее ложить. Ты котлетку побольше клади. Ну, конечно. А что? Прям вот такую, прям вот серьезную. Первые листочки, они, видишь, какие здоровые. Видишь, у тебя вот краешек. Осторожненько. Заматывай. А я пойду тогда пока этот бульончик сделаю под них, чтобы запечь. И, кстати, будем жарить и тушить их в большой сковородке. Сейчас достану. Бульоны я еще буду использовать. Сметану 20%. Томатную пасту и немножко водички. Ну, соль, перец, разумеется. Да, может, чего? Не хочу. Уже не хочу. Уже не хочу. Сейчас вывалим. Так. Немножко. Будет у нас такая томатно-сливочная заливка. Это. Голубчики. Ой, какие красивые. Девочки. Так вот в этой будут тушить. Да, они да? Все не поместятся. Так а я все не буду, я в часть заморожу. Прикинь. Сколько поместится, столько поместится. На следующий раз сделай. Вов, ты делай. Все. А с тебя никаких вопросов нету. Что, не обязательно за один раз сажать?
Ты сегодня неужели это все съешь за один раз? Сделаешь сейчас, сделаем сейчас это, потом свеженьких. Сметаночка. Сметаночка. Сметана вкуснейшая. Так, сюда. Все. Немножко водички. И соль и перец. Так, у нас здесь сметана, томатная паста, сушеный базилик немножко добавил, сушеный чеснок, водичка, соль, перец. Такая вот у меня заправка будет. Возможно, чуть побольше водички. Так, прям взбить ее. А, видите, как хорошо расходится. Так, еще чуть-чуть водички. Вот, чтобы они у нас все-таки тушились. Это заправки. О, вкуснятина. Хорошо? Супер. Ну, смотрите, сколько у нас получается всех. Обалдеть. Он говорит, мясо уже заканчивается. А что мясо заканчивается? Ну, смотрите, сколько тут. А, тут два еще, да? Ну, делай, значит, скромненький. Нормально. Вот. Парочку таких взял, съел. Красота. Ну что, у меня уже разогрелась сковородочка. Масло разогрелось. Можно уже выкладывать наши голубчики. Голубчики. Как здорово. Сразу прижариваются. Больше не лей. О! Это. Ляпота. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. Здесь маленький. Восьмой. Для ровного счета. Прямо вот тут. Засунем. О, эти остаются. Тут еще, кстати, одна котлетина осталась. О! Кота. О, какая прорезь. И вот здесь еще осталось, наверное, раз, два, три, четыре, пять, шесть. В общем, сейчас уберу. Здесь, короче, восемь, смотрите. Осталась одна котлетина. А, даже еще девять, еще он один. Вот так вот. Сейчас уберу пакетик. И морозилочку. Так, все, они у меня прижариваются. Ой, какая красота. Какая красота. Вот, видите, немножечко прижарились, я их перевернула. Сейчас с другой стороны. Смотрите, что у меня получилось. У меня получилось 4 вот таких здоровых, 4 чуть таких средненьких. И один, и одна котлеточка. Вот можно будет иногда, знаете, вот просто там на 1-2 ужина. Так, достал, быстренько бросил маленькую сковородочку. Прижарил, подтушил. И все, считайте, как заготовка. Итого получилось здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 плюс 8, 16, 17. И вот одного листика не хватило. 18 штук где-то примерно. Слушайте, во, отличная заготовка. Вот этого нам хватит на несколько дней. По парочке положил. Вот так объелся. А потом что-нибудь еще другое вкусненькое приготовим. Сейчас еще чуть-чуть прижарится, и я залью вот это бульончиком. И под крышечку. Все, соусом я залила. Видите, как она булькает. Все, теперь закрываем крышечкой на небольшой огонечек. И все, тушить им, наверное, полчасика. Все, вот такие вот вкуснятины у нас есть. Мы сейчас, я сейчас пойду помоюсь. Пойдем прогуляемся. На ужин у нас будут голубцы. Ой, обязательно приходите, попробуем, что у нас получилось. Такая вкуснятина. Все показала, все рассказала, как готовили, как чего. Не забывайте про лайки, стараюсь разноображивать и наш рацион, и ваш, идеи вам подавать. Так что не забывайте нас подписываться, лайков. Всем добра, счастья, позитива. Увидимся, пока-пока.